Ауди. Мы сюда приехали. Жалко, что у меня камеры не было в руках. Но сейчас посмотрим. Смысл какой? Поворачивайся, садись. Сейчас. Макин, вы скинули. Сейчас снимаем. Не-не-не, ты садись, жопа сюда. Подожди, я сброшу вот это дело. Потому что тут какая специфика. Оп. Так. Жалко, что в эту сторону не было камеры. Там показательный был заезд. А вот это домик тут? Соединенный, да. Вот это я приготовил, чтобы делать жилье себе. Понимаешь? Ага. Ставить. Вот по этому пути. Мы пока пробуем развернуться. Тоже мы сделали. Вот это еще этим прицепом мы строимся. Не спеша, не спеша. Я бы никогда не поверил, что седан сюда может приехать и выехать по такой только дороге. Это. Никогда. Только это. Это невозможно. Тут это... не каждый внедорожник проедет. Так, ну ладно, еще по-ровному как-то там плывешь. Но под горку там, где мы подымались, это просто нереально. Это делаем. Колеса будешь мыть? Да, сполосну. Ну подожди, сейчас станешь там на ровном, я сниму там этот борт сниму. Выглядит, конечно, красиво. Даже я в болоте. А так у нас заезд. А что это Audi? Ну, марка какая-то у нее есть. Это A6 C6. A6 C6. S-Line, настоящий S-Line.
Короче, автомобиль, которому дороги не нужны.